Итак, этот шкаф у нас белый, а внутри синий. Соответственно, нам нужно сделать два материала и оба материала применить к одному объекту. Давайте создадим белый материал. Diffuse выбираем почти белый цвет. И давайте сделаем его немножко глянцевым. Сделаем, добавим ему прямо чуть-чуть отражений. Glossiness поставим на 0,7. Вот, он стал глянцевым. И ставим галочку Fresnel Reflections. Хотя, можно ее, в принципе, не ставить. На ваше усмотрение. Subdue сделаем тоже порядка 20. Копируем этот материал. Зажатый Shift просто перетаскиваем этот материал, и у нас получается его копия. И диффьюз делаем синим. Теперь ко всему объекту применяем белый материал. Затем переходим в свойства нашего шкафа. Переходим в режим полигонов. И теперь нам нужно выбрать те полигоны, которые будут синего цвета. То есть я выбираю полигон, потом зажатой клавишей Shift нажимаю на соседний полигон, и он выделяет все полигоны по кругу. Да, мы забыли про грани. В таком случае проще будет выделить эти полигоны немножко по-другому. Хотя нет. Нажимаем Grow. И у нас выделяются еще и грани, которые прилегают к этому, к этим полигонам. Открываем редактор материалов и применяем к выделенному наш синий материал. Вот у нас получился объект, один объект из двух материалов. Вот так вот наш шкаф выглядит после визуализации. Он у нас немножко с розовым оттенком, но я напоминаю, баланс белого мы еще не настраивали, к этому мы еще, до этого мы еще дойдем.